Перед вами две белых Глэксини, два разных сорта. Слева сорт Надежды Павловны Павлюк. Очень белые цветы с белым центром. Рядышком детка, еще без клубня совсем. Сорт Николаевой Елены Антарктида. Такой немного кремовый оттенок цветы имеют. И лимонное горлышко, очень эффектное. Ни тот, ни другой сорт как бы пока не отличается густомахровостью, но это первое цветение, поэтому будем наблюдать за ними дальше. Такие вот красавицы.